Hello, hello everyone. My name is Marina Balak. I'm living in Vancouver for 24 years. And welcome guys to my channel. On my channel, I'm talking about everyday life in Vancouver. So today I'm going to take you for a walk. We have very beautiful day. The temperature -6 and it feels like -11. It's gorgeous day. Please stay with me, subscribe and see you later. Всем привет-привет для тех, кто говорит по-русски. Ребят, я тоже с вами. Меня зовут Марина Балак. Живу в Ванкувере уже 24 года и приглашаю ребята на свой канал, на котором я рассказываю о своей повседневной жизни. А сегодня я приглашаю вас на замечательную прогулку. Сегодня у нас очень-очень красивый день. -6. Для Ванкувера это очень холодно. Чувствуется как -11, но тем не менее. Солнышко. Все так красиво. Ребята, оставайтесь со мной, подписывайтесь, со мной будет весело. Wow, it's so beautiful. Look at this. Какая красота. Какая красота. Такие лапы огромные. Look at this. Ну что? And happy new year. Okay, it's time for angels. Okay, ready? Set. Go! I'm scared. Полетели. Oh my god! It's cold. Jesus Christ. Okay. Look at the dog, собака. Собака, не бойся. Я человек. Может быть. How angel look like when it's playing in the snow. Так как выглядит ангел, когда он играет в снегу. Yeah, you won't see that very often in Vancouver. But look at guys. So many flights cancelled, so many exams even cancelled. Some buses. Even what driving? Oh yeah. Ooh. А вот и палатка внутри, которой огоньки. Деревья были украшены там огоньками. Теперь это дерево спасает. Hello, birds. Oh, they're answering me. Hi. Ой, so cute. Привет, птички. Ой, какие замечательные птички. Клюют ягодки. Thank you.
стоит. Я, конечно, бы не хотела, чтобы это было здесь такое каждый день, но... Да. Прекрасно, просто красиво. Красиво, по-зимнему красиво. Окей, this is my dike, where I walk every day. Look at guys. Вот это вот мой дайк, где я гуляю каждый день. Посмотрите. Такого снегопада, такого снегопада. Давно не знали эти края. Помните такую песню? А снег кружил и падал, а снег кружил и падал. Так, слова надо повторить, потом начинать песню. О, как здорово! Колотунный бай. Вот там все замерзло, абсолютно все. Может быть, сейчас каких-то животных увидим. Вот посмотрите, что случилось с этим фонтанчиком. Это как из песни. Все в снегу. Это наша набережная, которая обычно широкая такая, чистая. Сейчас она вся. Вот даже кто-то почистил здесь мыльцы какие. Манчи. Манчи. Don't eat too much snow. Манчи. You're shivering already. Do not eat too much.
Okay, that's enough. That's enough. Хватит кушать снег. Ванчик, хватит есть снег. Хватит. I told you it's going to be cold. I told you stay home. Stop shivering, эй. Прекрати трястись. Замерз. Идем домой. Пойдешь домой? Мусик, пойдем домой. Let's go. Домой. Старые добрые времена.